чтобы не было эффекта кукушки, значит, хочу сказать, что когда ты, хоть скажи, когда у тебя концерт? Сказал, а, молодец. Да, очень советую прийти, потому что, понимаете, вот секрет того, как быть вечно молодым, стать молодым автором. Может, полковником, генералом звания не зависит, да? Вот, а вот меня поразило в песнях и стихах Михаила Калинкина, который выслушал пару лет назад в военной нашей площадке, вот то, чего не хватает многим людям, не носящим погоны, абсолютно откровенность и отсутствие полной фальши, душевной, поэтической, всякой. Дайте его поприветствуем, хорошая петля. Я презентую. Поэтому, когда я говорю, что мой друг, я, может быть, зарываюсь, но мне это очень хочется, Миша. Спасибо.